обращаемся к психотерапевту по многим причинам. Все они индивидуальнее и очень личнее. Они могут относиться к разным сферам нашей жизни и быть связаны с разными сложностями. Но одно можно сказать точно. Есть проблемы, которые намного проще решить, обратившись за помощью к профессионалу. Психика – это душа. Сома – это тело. Сегодня у нас в гостях замечательный психотерапевт Наталья Феденко. Здравствуйте. Здравствуйте. Психосоматические заболевания очень распространены, и вы ими занимаетесь достаточно долгое время. Приведите, пожалуйста, несколько примеров из вашей практики. Все больше и больше приходит к тому, что все-таки эта сцепка все более тесная. Да. Если раньше еще сомневались, то сейчас, в то время, когда уже все можно померить, когда уже мы проникли в мозг, когда уже у нас есть приборы, и тело, и все это идет абсолютно в такой сцепочке. Ага. И, например, из моей практики я опираюсь во многом на разные теории, но одна из них – это на теорию Флэша, которую он написал в 1995 году, и это теория биодекодирования. И отсюда я приведу, например, какие-то вещи, которые для наших зрителей могут быть неожиданными, но это именно так. Да, да. Когда нам симптом указывает, куда идти психотерапевту. Куда нам идти дальше? То есть это же не волшебство какое-то, именно просто... куда идти дальше. Но бывают такие ситуации, которые снимаются и с первой встречи. Например, приходит женщина, ей немного за 50, и как только она заходит, она сразу начинает говорить о том, что у нас в семье появился ребенок, это мой внук. И вот рассказывает, как дочь не справляется, она не справляется с этим, она не может то, она не может другое. И оказывается, что от чего страдает женщина? Вот. У нее очень болят бедра. Ага. Она не может помогать дочери, потому что она буквально не может выйти из квартиры, у нее болят бедра. Бедра. Да. А это вот называется «не суй свой нос куда не нужно», когда идет вот симптом, показывает туда, указывает нам туда, как ни странно. Бедра. И мы тогда дальше, на бедра. Это может быть в различных школах, но это именно по утверждению Флэша, это именно так. И я начинаю задуматься, у женщины болят бедра. Она только зашла, она сразу начала говорить, как без нее не справляются. Но психосоматика не так проста. И сейчас другой пример я вам покажу. То есть здесь есть моменты, когда человек заболевает, обретает тот или иной симптом, в общем-то, нам который показывает, куда, только указывает немножко, куда нам психологам присмотреться. Да. И получается, что вот, например, когда тоже обращается женщина, она теряет голос. Голос теряет. Голос. Когда? Она его теряет, когда они едут отдыхать на море с семьей. И вот здесь я не могу сказать, что. А что вы не можете сказать? Вот, потому что здесь есть два момента. У человека нужно что-то убирать или что-то давать, потому что потеря голоса может быть как «меня не слышат», когда я говорю, так и «я не могу что-то проговорить». И вот здесь женщина ездила туда, куда ей не хотелось ездить. Она не могла это сказать, ей не хотелось на море, ей хотелось в горы. Но она ездила именно туда, и когда она приезжала, это очень выглядело, возможно, как ларингит или даже как ангина. Оказывается, секрет какой-то скрывала. Да, да. И мы смотрим, мы берем симптом, очень внимательно слушаем, потому что мы что делаем? Мы наблюдаем, потом предполагаем, что может быть, предлагаем, и затем только уже идем в какую-то коррекцию. Коррекцию. Как ситуация с коронавирусом влияет на психическое здоровье людей? Мы уже скоро, увы, будем 2 года в изоляции. И вот это тоже развивалось постепенно, и наше отношение к этому, как к психологам. Да. Сначала мы одно, как вы помните, как хорошо, что вы дома, наведите порядок, еще что-то. Да. У нас были другие. И, собственно, к лету мы уже скатились к тому, что просто общайтесь. Thank you.
что именно недостаток общения загоняло людей, собственно, в определенные депрессивные состояния. Да. А еще изоляция, она очень проявила, как лакмусовая бумажка, истинные отношения. Истинные проблемы в семьях. Mm-hmm. Что можно было скрыть за тем, как мы убегали из дома, ну, куда-то, да. на работу, как мы это все рационализировали, что мне, я вообще не могу находиться возле моего мужа, мы почти не пересекаемся, потому что у меня много работы. А здесь оказалось мы вместе. И можем ли быть вместе или нет? И вот здесь проявились истинные проблемы. Но люди не шли сразу к психотерапевту, даже когда, возможно, было страшно. Знаете, был же еще момент, когда мы не знали, что будет с нашими работами, с нашими доходами. Конечно. Люди оставляли деньги на черный день, на черный день, который потом. Угу. И, скажем так, вот такой... Люди пошли, по моему наблюдению, к психологу уже где-то через год. Когда они уже адаптировались и научились жить в самоизоляции с коронавирусом и даже развиваться в этом. При нашем знакомстве вы мне показались таким добрым и очень таким человеком, который все берет на себя. Когда глубоко погружаешься в проблему пациента, да. возникает риск выгорания. Как с этим справляетесь? Мне очень повезло, Сюзанна, мне очень повезло. Я очень люблю свою работу. Ну, это да. Вот, и поэтому я, безусловно, мы работаем на эмоциях, мы подключаемся к человеку. Мне иногда говорят, у вас феноменальная память. Вы помните, что мы говорили 7 лет назад, например, с клиентом, который пришел опять в терапию. И я говорю, потому что я вспоминаю чувства, а к чувствам прилагается уже когнитивная информация. Вот. Но это профессиональный навык. На самом деле, мне нужно закрыть дверь за этим человеком, собственно говоря, чтобы мало того, чтобы перейти к следующему клиенту, но еще и для того, чтобы в следующий раз взять этого человека здесь и теперь, в том состоянии, в котором он есть сейчас, а не в том, с которым он был в прошлой нашей консультации. С консультацией, да. И поэтому я умею профессионально закрывать дверь за клиентом. И затем, я же говорю, я очень люблю свою работу, я очень люблю свою семью, я очень люблю жизнь, я очень люблю гулять, я очень люблю солнце. Да. Вот, солнечный человек прям такой. Вот. Как распознать депрессию? Есть очень четкие признаки, их есть 3 основных и примерно 7 второстепенных, которые указывают на депрессию. Если это не ситуативная депрессия, потому что есть состояние, то есть переживание горя, утраты, где депрессия является нормальным состоянием. Но с этого состояния задержка в нем более чем на 2 недели уже есть звоночком. Более чем 2 недели. Да. Это когда меня ничего не радует. Это когда я вообще не ощущаю вкус жизни. Да. Вот есть гедонизм наслаждения, а это как бы антигедонизм. Вот меня ничего не радует. Вот. И далее я устаю. Я очень устаю. Какая-то вот странная усталость. Да, ничего не хочется. Но мало того, что ничего не хочется, это сома, уже тело. Да? Затем снижаются, конечно, когнитивные способности. Да. Это внимание, это память, это концентрация. И я как бы становлюсь хуже. Депрессия, она такая прожорливенькая. Вот. Да, это особенно видно у молодых людей. Когда это депрессия подростка, они зачастую набирают вес. Вот подходит девочка к зеркалу, а она стала больше. И вот он, пожалуйста, даже не нужно думать, что со мной где-то там в психике. Я из-за вот этого... Вижу, да, что я уже... Я просто вижу, я расстраиваюсь, я вижу здесь какие-то прыщики и так далее. Потому что депрессия очень сильно связана с гормонами. Что человеку нужно сделать, чтобы выстроить здоровые отношения с окружающим? Как ни странно, нужно начинать с себя.
Потому что если я умею радоваться, если я... у нас ведь отношения строятся на эмоциональном уровне. Конечно. Да? Да. Могут быть, конечно, деловые отношения в корыстных каких-то даже там целях, но в целом они строятся на уровне эмоций. И вот не зря вы спросили перед этим о депрессии. Да, если человек, и есть еще такой момент, если человек интересен сам себе, он будет интересен и окружающим. Другим. Если он имеет базовое доверие к миру, которое закладывается в первый год жизни, он также будет более легко идти к людям. Вот, насколько он заполнен страхами, я как психотерапевт все-таки должна сказать о том, что очень многое формируется в первые 5 лет. По сути, после 5 лет мы уже сформированы. Да. Но дальше мы еще набираем, там у нас еще есть, так сказать, самооценочка, которая к 12-13 годам. И дальше лет до, по разным классификациям, 24-26, мы нарабатываем шаблоны, которыми мы дальше пользуемся всю свою жизнь. Произошла ситуация, мы взяли вот этот шаблон. Ага. Вот. Ага. И мы даже не замечаем, когда эти шаблоны уже неуместны, когда они уже неэффективны. Не работают. И да. Вот здесь, когда человек приходит и говорит, вы знаете, вот что-то не так. Вот все же как будто бы как всегда, но что-то не так. Конечно. Вот. Но, тем не менее, нужно понимать, что, да, говорят там, я интроверт или я там еще что-нибудь, но мы все, давайте скажем так, стадные особи, нам нужен коллектив. Нам хорошо в нем, и почему люди проваливались в том числе и в депрессивное состояние во время ковида, что такое изоляция. Мы лишились социума. Общения, да. Даже того социума, который мы, как мне все надоели на работе, я не могу никого видеть. Но когда мы его лишились, оказалось еще хуже. И последняя рекомендация, которая была уже где-то в мае, вот в период изоляции, это общайтесь. Общайтесь как-нибудь. Если человек кому-то звонит и говорит, как там у вас, кто там заболел, а не болит ли у чего у тебя, здесь мы говорили, нужно присматриваться, кто? Не заполнил ли он тревогой излишне этот человек. Это бывает. Тоже может быть. Да, тоже бывает. Да. И бывают такие люди, прям энергетические вампиры, я согласна с вами, которые прям одной такой плохой информацией заряжаются. Просто им нужно, чтобы услышали. Да, там да. У кого-то плохо, ага, хорошо, мне от этого. Да, и наш социум зачастую, особенно это люди старшего возраста, да? Для которых депрессия уже во многом естественна. Насколько питание влияет, как человек питается, на мозг, на гормоны, на все это и на депрессию в том числе? Ну, во-первых, это влияет безусловно. Ага. И для меня, как для психолога, в первую очередь, это удовольствие, которое получает еды. Это опять к эмоциям. Знаете, способен ли я в целом получать удовольствие в жизни?
Это вот та гедонистика, которую мы с вами упоминали, может быть, да? Наслаждение, удовольствие. Способен ли я выбирать? Или я живу, просто поддерживая себя, как свою биологию и физиологию? Да, да, да. Да, да. Или это удовольствие? Да. Не зря ведь мы говорим и о красоте еды, и о цвете еды. Конечно. И о много-много да, другого. Да, да, все это... Что и составляет, в общем-то, в том числе, еда – это одна из достаточно доступных, одно из удовольствий. Да, наших. Да, 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 вот, да. Вот, вот. Да, и есть же даже такая методика лечения, которая называется цветотерапия. И да, есть еще да? Я слышала. В том числе цветотерапия, да. Да, 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 туда, тоже. Туда же идет. Почему красиво? Да. Почему надо. Красиво? Почему в ресторанах рисуют на тарелочках? Да, каким-нибудь да, да. Соусом бальзамическим, да? Да, да, да. Ах, вот прямо захватывает, вот чувствуется вот. Смак еды. Да, да, если да. Если человек готов это испытывать. Это для вас, да да да, 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 да. Даже еды нет, но нужно сказать, что для нашей психики не имеет значения. Мы это переживаем или имеем на самом деле, или мы это воображаем. Можем заполняться этим, потому что да. Закон внутренней свободы, который Виктор Франкл вывел, находясь в концлагере. Он говорил, да, книга «Скажи жизни», да? Да. Вот, он говорил, нас могут лишить многого, но не внутреннего выбора. И есть даже такой описан в истории, описана такая история, что человек выжил в концлагере, потому что он еще так хотел чашечку кофе. Он хотел испытать этот вкус. И вот это желание удержала его в тех невыносимых условиях. Является ли более эффективным работа психотерапевта, если он пережил такую проблему, как и клиент, например, онкологию? Здесь есть два аспекта, о которых очень важно знать в первую очередь клиентам. Считается, когда вам говорят, ой, я был в этом, я это знаю. Это может быть онкология, это может быть, например, потеря супруга или еще какая-то другая болезнь. Mm-hmm. Ну, травма. Например, возьмем травму, онкология, да? И здесь нужно обязательно спросить, а как давно был терапевт сам в этой ситуации? Mm-hmm. Потому что есть золотой стандарт, который, к сожалению, в подавляющем большинстве случаев нарушается. Вот. Золотой стандарт гласит, что для того, чтобы работать с подобной проблематикой, нужно отдалиться на 5 лет от своего заболевания, будучи в ремиссии. Понимаете? Да, 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 да. И нужно проходить свою терапию. Но если взять онкологию, то психоонкология, она начиналась с групп поддержки «равные равным». Просто вот такая вот поддержка на личностном уровне. Да, 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 вот. Да. И тогда она может быть даже сразу. Ага. Вот, тогда, как да. таковая. Но если вам говорят, потому что вообще психолог, один из параметров выбора своего психотерапевта, нужно спросить, сколько у вас личной терапии. Проходили ли вы личную терапию? Потому что если психотерапевт не почистился условно сам, он будет водить клиента по своим тропинкам. У него будет болеть. Mm-hmm, да? Mm-hmm, вот если мы возьмем брюшину, сколько там органов? А в психосоматике даже различные кусочки, где? Или, например, грудь, где? Да, да. Какая да. часть? И это уже имеет значение. Левая или правая грудь, это имеет значение. Вот, для проработки психологической именно. Вот. А человек будет говорить, да, ой, у меня тоже так болел живот, вот он болел слева, он болел справа. Mm-hmm. А у клиента может быть совершенно другое. И вот точно так же и в психологических травмах, и в душевном состоянии. Да, вот. Да, это, да. Это очень важно. Поэтому здесь нужно быть очень и очень осторожным. Спасибо вам, что стали нашей гостьей. Спасибо вам за эту приятную беседу и вообще за наше знакомство. С вами очень приятно.